Но Бостон это какая-то просто завораживающая красота. Сказал, что это любимые Мишкины, из его любимой книжки, взбитые сливки, ягодные пирожные. Каждый выход в Бостон для нас это праздник. Мы уже опоздали в ресторан, позже всех идем, но Бостон это какая-то просто завораживающая красота. Сегодня неделя тенниса, поэтому народу полно в городе. Вот ведь видно, что на этой улице почти никого нет, но припарковаться было практически невозможно, поэтому сейчас минут через 5 будет очень много народу. Поэтому наслаждаемся красотой, тишиной. Торопимся, самый последний опоздавший на обед. То, что опоздали, я думаю, что это ничего страшного, потому что, как ни крути, с годовалым ребенком ты все равно много не сможешь съесть. Поэтому готовимся кормить ребенка. Покажу, как Антон сегодня нарядился. Красиво, красиво. Какой ты красивый сегодня, Антон. Все оценили твой наряд. Молодец. Отказался от блинчика со взбитыми сливками и малиной, поэтому мама будет сейчас кушать. Сказал, что это любимые Мишкины, из его любимой книжки, взбитые сливки, ягодные пирожные, и Мишки очень любят малину. Он даже попробовал немножко взбитые сливки, чем ему не хотелось, но все равно кушать не стал дальше, блинчики не стал пробовать, поэтому сейчас я их буду есть. Что нам там пришло? Не получилось мне сделать это, естественно, потому что меня просто принимали. Смотри, Антон, какая здесь на пляже пушка стоит. Самая настоящая. Давай посмотрим. Риска. Риска. О, это пушки атаковали. Просто. Они оборонялись, что ли, этой пушкой? Боже мой. Я не ожидала такого поворота. Это мы сидели в этом ресторанчике и видели эту пушку. Короче, русские враги атаковали бедных шведов. Ну, что тут рушка. Русско-шведский малыш делает. Маленький норвежец. Русско-шведский. Что тут делает? Кусочки поиграл. Травки побегал. Пушку посмотрел. В ресторане поел. Блинчик зря не взял, Антон. Зря не покушал блинчик. Очень вкусный. Мама скушала с кофе. Да. Мама с кофе съела твой блин. Безумно вкусный. Прямо как из книжки про Мишку. В следующий раз попробуешь блинчик, ладно, когда придем в ресторанчик? Очень вкусные взбитые сливки, ягодное варенье и почти торт. Панкейк.
да? Кейк это торт. А панкейк это торт на сковородке, то есть блинчик. Представляешь, даже как в книжке точно-точь было. Не знаю, что здесь будет, но что-то связано с Денисом. Точно. Вот я не знаю, мы надолго никогда не задерживались. Я сюда приезжаю уже 7-й или 6-й год. 6-й год, по-моему, сюда приезжаю. Вот ни разу мы не останавливались и не смотрели, что здесь за мероприятие проводится. Я так понимаю, здесь женские чемпионаты по теннису проводятся в Бостоне. Раньше, по-моему, мужские проводились. Я в Википедии читала, точно не могу сказать. Нужно будет перепроверить такую информацию. Мужские вроде проводятся в Стокгольме, если не ошибаюсь. А женские так остались в Бостоне. Рекорд знаменит, когда особенно я приезжаю в Бостон, открываю Яндекс, и вместо местной новости просто все заголовки идут с названием «Бостон». Да, то есть вся Швеция, вот эти недели чемпионаты в теннисе сводятся только к Бостону, все новости только отсюда идут. Антон исследует. Ой, сколько здесь камушков. Да, у нас 19 месяцев, и самое интересное, это камушки сейчас. У нас бабушка тоже любит камушки собирать, у нее в саду много камушков. Вот немножко вандализмом Антон начинает заниматься, когда дело доходит до бабушкиных камушков. Здесь, мне кажется, тоже камушки не очень прочно лежат. Антоша, давай положим камушки на место. Давай положим камушек на место. Где ты его взял? Упс. Блинчики у нас не пошли, но смузи сразу же по выходе из ресторана Антон пожелал попить. Странный у вас вкус, мистер. Такие деревья, как будто прям пальмы. Как все здесь экзотически выглядит. Как интересно, в Швеции здесь не только стекло собирают. У нас в Норвегии и стекло, и металл в одну коробку идет. А здесь контейнер для нецветного, бесцветного стекла, для цветного стекла. Ну и дальше идет, как у нас примерно, пластик, бумага и все остальное. Для еды здесь, по крайней мере, здесь не предусмотрено. Конечно, каждый выход в Бостон, Антон, каждый выход в Бостон для нас это праздник. Каждый раз очень жалко уезжать отсюда. Мы живем буквально в 20 минусах, но все равно очень жалко. Не знаю, когда сюда опять приедем. Еще почти 2 недели живем в Сконе, но не знаю, вернемся сюда или нет. Здесь очень классно. А вы, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мы скоро увидимся в следующем видео. Антон, скажи пока-пока. Антон, всем пока. И вот где еще мы не побывали с Антоном пока. Норвикенс сад. Здесь тоже очень красиво. Я была здесь один раз. Антона еще не было и в проекте даже. И здесь лил дождь. Я помню, там ездили роботы, стригли газоны, что меня особо поразило. Ну, там очень много цветов, очень красиво все, боже. Надеюсь, что мы сюда приедем. Пока, Норвикенс!